Отдыхает кандидат мастера спорта Сергей Маринченко. Он 88-го года рождения. Представляет город Кольное, спортивный клуб «Атлант». Боксом занимается 5 лет. Учет боев не ведет. Тренируется под руководством мастеров спорта Петра Маслия, Владимира Стеценко и Богдана Сергюченко. Давай, 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 давай
В этом бою нокаутом победу одержал Сергей Маринченко Тальная. Напоминаю, это была финальная пара весовой категории.